наш 5-й съезд в этот раз. Это самое главное. Два, ну просто сегодня был музей Сальвадор Дали, это что-то, я не знаю. Я побывала, как вот там, не знаю, 100 лет назад, это точно. А, связал вот старину с новизной, с нашим бытием сейчас. Ну, совершенно потрясающий такой морской город, европейский город. Очень красивый, очень теплый, классный. И, ну, что могу сказать? Могу только сказать, что здесь нужно побывать. Это нельзя рассказать своими глазами. Надо видеть своими глазами.